Всем привет, дорогие подписчики канала Мрлотэджингп, это на связи с вами Альберт Вескер, сегодня у нас 12 апреля, и вы знаете, что это значит? Если вы не знаете, что это значит, значит вы у нас подписаны не так давно, а я об этом давно не напоминал. А, нет, напоминал. Да, ребят. Сегодня у нас наконец-то возобновятся стримы. Правда, конечно, по утрам будут записи, я уже с этим определился. Как говорится, утром будет уходить запись, а вечером будем проводить стримчик, а после стримчика я буду сделать новую видеозапись. Стримы, наверное, будут где-то на, как по традиции, наверное, на час с небольшим. Так что, в принципе, сможем укладываться в этот график. То есть, по сути, ничего особо не поменяется. Даже на морде, наверное, даже время сократится на использование. Ну ладно, это чисто я уже думаю в голове. Эх, сегодня у нас с вами... Как говорится, извиняюсь за это отступление от темы. Сегодня у нас с вами Metro Exodus, продолжение за Сэма. Кстати, Сэм, расскажи нам что-нибудь интересненькое. Ух ты, похоже, все и вправду так же просто, как купить билет. Ну, почти. Всего-то и надо раздобыть nuclear fuel, чтобы оживить реакторы лодки. Чего тут сложного? У русских этого добра под каждым кустом навалом. Действительно. Правда, вот у меня здесь даже лежит. Только один человек знает, под каким именно кустом искать. И волей судьбы я с ним уже познакомился. Теперь надо снова найти капитана. Все равно, что найти иголку в стоге сена. К счастью, помимо нового оружия, Том дал мне карту, на которой отмечены известные укрытия капитана. Конечно, нет никаких гарантий, что старик окажется в любом из них, но, по крайней мере, теперь понятно, откуда начинать поиски. Ну это да. К тому же капитан человек-то умный. Я с Том говорил, что он всегда на виду, значит, у капитана есть тайные укрытия, которых они точно не знают. Я бы лично имел парочку бы таких про запас. Так что в открытое укрытие он точно бы не пошел, потому что сам видит же, что там за ними следят. Ну, понятное дело, что соваться смысла нет. Более, Том сам сказал, что на фоне каждого укрытия везде за ним следят. То есть, логично, что туда Кэп не сунется, должно быть что-то еще. Ну, так или иначе, ребят. Эх, пока пользуюсь случаем и хорошим настроением. Сегодня у меня, конечно, воскресенье. Я записываю в воскресенье вечером, сейчас 7 часов у меня. Постараюсь записать это видео, ну... Побольше, подольше, но все зависит от того, как будем проходить. Ну и, конечно же, ребят, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, подписаться на нашу группу ВКонтакте, на DevinArty и в Дискорде, ссылочки есть в описании. Ну и, разумеется, поставьте колокольчик и напишите комментарий к этому видео. Забавно, я думал, пока буду говорить, уже загрузка пройдет. А мы с вами где остановились-то? Напротив бассейна посреди реки. Полный креветок. Которые даже не по реке, а прямо в... Получается, мы с вами уже, по сути, в море как бы выходим. Ну, в заливе находимся. Вот тебе на-то. Надеюсь, там нас не унесет никуда. Уф. Да уж, чего только не бывает. Ну, так или иначе, ребят, у нас... Стримы уже сегодня будут. Стримить сегодня будем не метро. Объясню почему. По двум причинам. Первое. Метро у нас, к сожалению, как я понял, просто на обычной записи, вот здесь, когда мы с вами играем, оно очень сильно глючит. Я не знаю, как среагирует сама система. То есть, Ютуба, то есть, я буду сегодня включать запись, стрим, и я не знаю, как будет он на это реагировать. Ну, я имею в виду в том плане, что какой будет, как будет много поджирать памяти. И с этим проблема. У меня есть пара уже установленных на компьютере игр, которые мы будем проходить. Тем более, я давно планировал их проходить, тем более, извините, май не за горами, и одну из них я, по крайней мере, точно должен пройти. Да, ребята, вы правильно подумали об этой игре, так что, если кто неправильно подумал, вы подумайте еще разочек. Так, как-то долго грузится. Эх. Да, кстати, по поводу Hollow Fragment, у нас проходил опрос не так давно в группе.
И там проголосовало не так много человек, но все сказали, проходи за кадром, то есть доходи до того момента. Но знаете, в чем проблема? Я не хочу ее проходить за кадром. Дело в том, что, по сути, я же буду проходить ее с нуля. Соответственно, мне нужно снова делать все, а я не знаю, смогу ли воссоздать даже вот мечи или получить ту же самую одежку. Поэтому, ребят, я думаю, что лучше всего ее потом нам записать ну, тоже, как бы, наверное, с нуля. Ну, как бы, ну, сами понимаете, с одной стороны. Тем более у нас один... Ну, с другой стороны, я, наверное, знаете, как сделаю? Я пройду ее за кадром и пройду. Вот запишу я ее, конечно, запишу. Хотя, наверное, не даже не буду. Я ее пройду, когда пройдут вот эти вот ключевые титры. То есть, ну, вот эта заставочка. Как только она пройдет полностью, я начну ее записывать. Хотя мы с вами это все видели. Ой, все эти сюжетки, все эти переходы. Ах, намучимся с вами. Ну ладно, разберемся с этим. Я вообще пока еще, кстати, думаю, какой же стрим сегодня проводить. Потому что реально я над этим думаю. Понятное дело, что это... Ну, вы сами понимаете, тематику нашего канала. И без этой игры нам никуда. Но я думаю, какую часть выбрать. Потому что, смотрите, мы много частей уже записали. Хотя можно вернуться к классическим частям. У меня парочка найдется. А почему бы нет? Надо будет сегодня поработать над этим. Ладно. Игра запустилась. Мы с вами тут проболтались. Как долго? 7 минут. Красота. Поехали. У меня тут полчашки уже выпито. Так, ладно. У нас тут уже... О, я свет включил. Красота. Значит, точно не помру, по крайней мере. Так. В здание не получится войти. Печалька. Это печально. И тут негде мне вообще, в принципе, войти. Только вот сюда. Ну ладно. А, вот-то мне это помогает. Ну ладно, первая зона нашлась. А ну идите сюда! Приветствую, господа хорошие! Что еще? Ну вылезайте, у меня на всех хватит. Вижу. Ну, вроде все. Да? Ну, в крайнем... у нас ПНВ нету. Давайте-ка я все вот это пособираю и сохранюсь. То что-то я, извините, влетел как Крымбо какой-то. У меня ни черта нету. О, выход какой-то, проходик. Ага, пригодится. Это точно! Вот молодец. Правильно сказал. Пригодится. Не могу не согласиться. Он сигналит, будто где-то здесь мина какая-то есть. Но мины я не наблюдаю. А я перебил их всех. О! Записочка. Первая, причем, кстати, записка коржу. Ой, слушайте, нам прям везет. Бош! Оставляю записку на случай, если не пересечемся. Мы тут схрон нашли по всему ночных охотников. Тебя тогда во Владике не было, может, и не слыхал за них. А бригада интересная была. Шороху пару лет назад навели порядочно.
Людей всего ничего было, но бойцы матерые и шмот у каждого. Мое почтение, броники, автоматы в обвесах, у всех точное видение. Спецназ, спецваз, короче. Эх, сам понимаешь, что в схроне от таких ребят осталось. Там очень интересно. Но тут чё-то непонятненько. Тайник не пройти. Закрыто. Как открыть? Мы не сообразили пока. Может, ключ какой-то или там рычаг секретный. Хозяева только надпись оставили, имеющий глаза увидит. Вот что это значит должно? По-человечески написать нельзя. Не люблю такое, когда люди лишь по банты кидать. Стася. О. Вот по-человечески я переведу. У тебя будет ПНВ, и ты увидишь проход. Вот это, наверное, есть дверь. А тут где-то должен был быть какой-нибудь крюк или что-нибудь вроде. Вот говорю я вам. Имеющий глаза да увидит. Ну, увижу я. Открою все. Никаких проблем не будет. Но тут пусто. Ясно, идем сюда. Ну-ка, заряди-ка мне. А, у тебя вообще заряжены. А эта штука будет так пиликать, да? Подлежите расстрелу, товарищ! Следующий! Кто следующий? Одним мутантом меньше. Есть еще желающие. Так, это закрытая зона. Ой, зараза! Кыш отсюда! Кыш, гребаный змеюка! Даже помародерить не дает. Вот какая змея-то... Буду звать ее Валя. Змея Валя. А где ты? Не хочу на них патроны тратить. Может, на ножички перейдем? Давайте на ножички. Попрактикуемся заодно. Тут есть какие-нибудь записочки? Магнитофончики? Нет, нету. А все мигает, все горит. Ну ладно. Ну, в общем, вот этот проходик. Пригодится. А это точно. Слушайте, он так говорит забавно. Меня прям успокаивает уже его голосок. Ой, зараза. Давай-ка, одевай-ка. Сколько у нас противогаза? На 2 минуты. Красота! Я прямо гений. Я молодец. Я взял противогаза на 2 минуты. Может, хоть здесь хватит, значит, что-нибудь побольше. Пойдет в дело. Да все пойдет в дело. Ты мне противогаз найди хороший. Но тут посвежее. О, тут какую-то креветку жрали. А ну идите ко мне, красавицы мои! Это все, что ли? Мяу! Да ладно вам, я думал, у вас больше. Ну вот серьезно. Ну там дырка и... Ой, зараза, ты что так пугаешь? Развелось тут, понимаешь. И не говори. Даже пособирать нормально не дают. Мы за спорт. Правильно. Только надо не пить за него, а работать с ним. Что тут такое? Мина, что ли, или что?
Ну ладно, тут вроде нормально. Идемте сюда. Привет. Ой, зараза-то какая. Кыш, кыш с меня. Кыш с меня. Черт. Нет. Нас убили каской с ПНВ. Даже мне стыдно. Реально, мне стыдно. Нас убили каской с ПНВ. Ах, ну ладно, зато весело. Как говорится, праздник начинается с бухого дяди. В данном случае у нас будет бухой зверь. Красота, да и только. Ну ладно, пока грузится, пока чухарится. Красота, да и только. Ой, да уж. Зарядка, кстати, вообще работает прекрасненько. Ну, сделанная мною. Если кому интересно, если кто следит за мной в ВК, то все прямо вообще великолепно. Заряжает как надо. Вот сейчас убираю наушничек. Специальный кейсик с нашим логотипчиком. Ой, она того стоила. Скажу, не дешевый, но черт побери, он держит заряд 2 часа. 2 часа, мать вашу. Извиняюсь, я вспоминаю просто V8. Он 2 часа держит заряд. А вот этот наушник, что я себе купил, новый, 2 дня. 2 суток, мать вашу. Я вот просто радуюсь, я радуюсь. Ой, достанет день, и наушники вообще можно будет не вытаскивать из ушей. Они будут питаться нашим электричеством человеческим, как матрица. Да уж. Я здесь сохранился. Ну да, черт вас. Ну ладно. А ну сидеть. Ишь, развелось тут. Ой. Да ладно тебе, переживешь, противогаз. Немного тут дышать-то. Даже тратить не буду. Так, F5-ку сохраняю сразу же. Пригодится. А ну вылезай! Есть еще желающие? Нас на всех хватит. Развелось тут, сидите лишь. Ага. Вот-то я не вижу тебя. Летная зараза. Ну? За спорт. Так, мне бы как-нибудь его заснять бы, вот этого лошочка-то. Я пока не знаю как. Я сейчас просто принтскринчик сделаю. Реально, у меня, видите, фоторежим вообще не работает. Эй, красотуля! Ладно. Приветствую. Эй, кыш от меня, бешеный. Отдай, это мое. Это мое. Мое. Нет. Никакого черта я не поменял. Я и думал, я бы сейчас ножик кинул, побрет, патроновки потрачу. Нет, я кинул не просто ножик, я кинул целую гранатную шашку в закрытом помещении. Ну вообще гений. Ой, давайте я поставлю на паузу. Хотя нет, не буду ставить. А может поставлю, когда дышусь. Хотя нет, надо поставить на паузу, потому что у меня кончился чай. Реально, у меня он кончился. Так что подождем минуточку.
Так, чаечек заварили, игрушечка загрузилась, на ушечку по русским стандартам нажимаем. Так, отлично. Ну я против принтскринчиков хороших уже наделал, так что идемте просто прибьем ту заразу. Можно назад? Я забыл, в общем, хыш от меня! Отдай, мой! Все, я в общем стреляю. Они сейчас сюда полезут, что ли, да? Ну ладно, лезьте сюда. Развелось тут, понимаешь? И не говори, развелось у всяких. Ладно, давайте посмотрим, что... Ой, как сел-то, вы посмотрите на него. Прямо музей, прямо бодикляп какой-то. Ой, извиняюсь. Вот так лучше будет, наверное. Так, под наклончиком. Мне кажется, нашел хорошую арт-заставку. Ой. Вот так вот, напам больше. А чё нет-то? Видите, красота какая. Рамку какую возьмем? Наверное... Дождь. Ну, дождь, конечно, хорошо смотрится, но не знаю. Ой. Интенсивность на максимум, конечно, хорошо. Во, наверное, рамку оставим. Ну, хотя бы посмотрите, во. Красота, да и только. Конечно, не так мрачненько, не мрачненько, но по своим вкусам мне это нравится. Тем более, тут наверняка есть что-то ценное. Красота, патрушки подъезжают, аптечки. Вот видите, даже ничего не надо делать. Вот, зажигай. Я, конечно, люблю зажечь, вы меня знаете. Кстати, кто увидит, тот всегда найдет, да ведь? Вот у нас ПНВ появился. Как? Вот, прям как гадал, прям как нагадал. Ну, идем. А сейчас сюда еще парочка нахлынет. Слишком много потратил. Жалко, конечно. Хорошая вещь. Кому шашлычка? Привет! Добро пожаловать на костер! Из чего? Гореть не хочет! Пройдем мимо. О! Видите? Их символ ПМВшечка. Это у них символ такой. В общем, видите? Я прям так... Я правильно сказал? Хе-хе-хе. Правильно сказал. Сюда надо куда-то. Так. На что нажать? Стрелка. Вижу. Ага. О, а тут есть какой-то пароход. А я даже не замечал.
Ага, вот это да. О, вот это по-настоящему ценный товар. Пойдет в дело. Да все у нас пойдет в дело, Сэм. Все у нас пойдет в дело. Так, давайте-ка я в пятку. А давайте... Кстати, сколько у меня там? 53, хватит. Беру его. Так. Ну, они говорят, сюда идти. Ой, зараза-то какая. Слякоть, грязь, ил, нил. Кошмар. Так, F5-ка. В общем, пробрались мы в их тотемный бункер. Более-менее. В общем, здесь можно было взять... Ох, как всего хорошего. I could use this. О-о-о. Я заберу все вот это. Это мне точно пригодится. Ага. У нас прямо с вами... Не знаю... День сборов какой-то хороший такой вот сегодня. Прямо везет что-то. Привет. Михалыч, звать тебя или как? Тут, кстати... Что-то я не наблюдаю ни одной записки. О, минуточку. Бери-ка. Вы посмотрите на эту красоту. Труп лежит на фоне заката. Да, и, ну извините, я уж романтик. Я романтик, я романтичный человек. Нельзя, что ли? Я думаю, можно. Хоть немножко, хоть иногда. Я хочу пистолет скрыть, ну ладно. Мы его скроем, скорее всего, какой-нибудь рамкой. Закат сделаем. Вот мне хочется здесь... Вот знаете, здесь прямо напрашивается закат. Более насыщенность. Тем более, если зернистость добавим. Вот только я не знаю, что лучше. Пленка. О! Кровушка отлично смотрится. Только здесь надо тогда... Смотрите. Заказ сделать понасыщеннее. Вот таким вот. О! Ну скажите, вот шикарно же. О, берем, берем, прям вот. Ой. Так, теперь надо еще с рамкой метро сделать. Во. И все, красота. Можно считать, что программа минимум по арт-заставкам выполнена. Not bad. Да, неплохо, согласен. Открывай. А ну идите ко мне сюда, я слышал вас. Я отсюда уезжаю, меня не трогать. У меня дипломатический паспорт. О, все. Можно снять ПНВ. Куда дальше? Давайте сюда, на середину. О. Подождите-ка. Это что такое? Ух ты, товарищ Ленин! Стоите даже, когда все затоплено. Уважаю. О, а это что? А это какая-то база. Ну-ка. О, это прям, это следующий тайник капитана. Ну, вообще прям по делу.
Подождите, а последний получается вон там. То есть, смотрите-ка. Ну-ка. Я думаю, знаю я, как назову эту сегодняшнюю серию. Учитывая, что мы только 30 минут с вами тут возимся. Я назову эту серию «Тайники капитана». Но учитывая, что там леса и как все прибрано, народ. А че, что там кто-то живет? О, видите, какие там люди обитают? Ой, упырит какие. Разутные. В этом здании нам тоже придется, видимо, побыть. В том тоже. Я прямо вижу вот, системы переходов. За счет этого не уверен. Это пустующее. А вот сюда нам в любом случае нужно залезть. О, что? Минуточку. Вы это тоже видите? О, нет, 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 нет. Без Ханача. Ой, Сэм, будем тебя учить ханской магии. Вы видите это? Это тень. Это личико. Это платьице. Это призрак теневой, мать вашу. Все, поехали. Все, едем туда. Прямо не сворачиваем. Зачистим зону, полутаем, может быть, поубиваем кого-нибудь и насладимся хорошим зрелищем. Тем более нас ждет много чего любопытного. Так, тут нет ничего. Так. Здесь были зверьки. Неубитое время. Неубитое, но теперь оно точно будет прибитое мною. Гарантирую. Ой. Так, куда это я? Мне ваши тогенсы не пригодились. Только не говори, что здесь что-то плохое. Знаете, с ПНВ спокойнее. Прямо всего собираем, всего... F5-ка. Если тут привидение, которое жрет всех людей, то учти, у меня кольт. Кольт винчестеровский. Вот воспрещен. Да, в принципе, ну давайте сюда зайдем. Так, новые запчасти. Кстати, я что-то не установил даже. Я же могу хотя бы в путешествиях здесь что-то себе добавлять. Отлично. Система серийного огня. Система серийного огня и ствол стандартной длины наиболее сбалансированная комбинация для обои. Как на ближней, на дальней дистанции. Единственный недостаток системы, она способна вести огонь только очередями по 3 патрона. Нет. Это, конечно, интересное предложение, но нет, спасибо. А к магазинчик я возьму. Так, что надо бы наделать? У нас с вами уже есть небольшой такой запасец хороший. Давайте сделаем с вами сколько сможем всего вот этой красоты. А то потом будем задыхаться. Ой. Тут, ну, красота. Трупики, вы, надеюсь, не против, что я среди вас тут все это дело делать буду? Заранее покорнейше прошу простить. Так, ой, подожди. Так. В принципе, мы можем сейчас с вами разгрузку. Давайте тогда эту оденем. Чем пока что самый лучший вариант. Да, я не могу делать
На кольт я сделаю побольше. Зажигательных тоже полно. Вот, давайте вот этих сделаем, сколько сможем. Красота, максимум 10. Пока походим так, пока не найдем на оружие. Когда найдем на патроны, имеется в виду, можем продолжить. Так. Я пока пойду на второй этаж, если никто... А, ну конечно. Конечно, там все закрыто. Как же иначе? Быстрее, выше и сильнее. Это... Что ты тут чихаешь? Это обычный лагерь. Здесь ничего жуткого нету. Музыка. Мне это нравится. Nice. Nice. Поддерживаю. О. Нота. Да ладно. Вот это мне точно пригодится. Отлично. Новая мелодия. Так, я буду фотографировать каждую мелодию. Если ее найдем, буду прям добавлять. Если найдем сразу несколько... Сыграешь что-нибудь? А что еще сыграешь? Ну, красота. В общем, у нас все хорошо. О, тут компьютер есть. Ой, записочка. Записка учителю. Владимир Олегович, Жора Коржов завтра в школу не придет. Он представляет город на областном чемпионате по стрельбе и возвращается в воскресенье вечером. В понедельник он будет на уроках. Наталья Коржова, мама Жюри. Единственная, которая знает, что он точно, если выжил, то перестреляет всех. Знаете, мне вообще любопытно, тут есть призрак. Я наверху вот видел одного. Наверху вот видел. Но я видел наверху. Так. А как же мне наверх попасть? Есть же, наверное, дорога какая-то. Давай думать. Там наверху точно что-то есть. Вот реально. Там я видел призрака. Так. В общем, зона проверена, никого нет, кроме привидений местных, да? Осталось только там, у Ленина. Ну, точнее, за ним. Так, подождите-ка, я хочу увидеть ее еще раз. Может, конечно, я ее уже не увижу, но я точно видел там тень. Так, поэтому давайте-ка отплывем. Давай-ка снимем пока ПНВшечку. Ой, жалко, там девочка была. Померла, наверное, во время атомной бомбежки. Могу только посочувствовать, пособолезновать. А вот там что, какое-то здание? Я хочу посмотреть, могу я в него зайти или нет? А, нет, не получится.
Ну-ка, куда еще, в принципе, я могу? Ну, однозначно мне туда. Там местные циркачи. А все, везде больше только Ленин стоит. Вот там вот свет какой-то, видите? Туда можно попробовать. Ну, полагаю, что лучше сначала бы пришвартоваться. По кругу пройдем. Нет-нет-нет-нет! Вылезай, Сэм! Вылезай, я не сделал сохранку. Сохранились. Что тут такое играет? Это у них? Ладно. Ну, давайте посидим с вами. Поиграем. У нас мелодии. Концерт на фоне Ленина. У нас с вами две мелодии. Ну, давайте первую послушаем. Меломан, я пою блюз. Как раз солнышко зайдет, и мы с вами потом там кого-то перебьем. Видите, насколько шумят? Всех перестреляем, всех перебьем. Интересно, он ее потом сам прекратит или будет повторять? Ну ладно, давайте послушаем. Он вроде ее как-то по-разному играет, это мне очень нравится. Тем более, кстати, заметьте, он ведь перебирает, то есть он как-то играет, то есть это не повтор. Ох. Да, он играет целиком мелодию. Ох. Калифорния. Ну ладно, давай следующую мелодию. Я тоже заметил, там сверкает, видите? То есть свет, то нет света. Нас типа приглашают, что ли? Да, ну ладно, Сэм. Поиграли и хватит. Дайте-ка я лучше вот посмотрю, что там такое. Ладно. Пока я убью... Ну-ка, F5-ка, и пока я вот эту вот смещу-ка. Так. Эта штука сейчас мигает, когда рядом есть мина. Так ведь? Могу попробовать разрядить. Не совсем уверен, где она, но давайте смотреть. Не совсем понял, что я сейчас только что увидел. Ну и черт с этим. А вот тут есть какие-нибудь ноты тоже? Как бы грузовик-то большой. Может, тут и нотный листок есть какой-нибудь дополнительный. Я бы взял бы. Нет? И на столбе тоже?
Просто я понимаю, что они, скорее всего, их где угодно могут засунуть, нотные листки. А мина такая ред, да? Кажется, я вижу одну. Даже две. Нет, вот одна. Понаставили мин, assholes. И не говори. Давайте-ка я обезврежу здесь все, что найду. Только аккуратно смотрим. Мины маленькие и удаленькие. Не каждую заметишь-то ведь. Так что смотрим в оба глаза. Так, я на всякий случай сохранюсь. Так, понял, слышу. Где? Я стараюсь увидеть, но я ни черта не вижу. Кто-нибудь видит мину? Я не вижу. Давайте сыграем. Найди мину. А, вижу. Ну-ка, куда это ведет? Я чуть на мину не наступил. Пойду еще посмотрю. А ну ложитесь! Ах ты зараза! Сюда. Давайте перейдем-ка на наш обновленный ствол. Я всех сожгу. Ну, над, держи, гори огнем. Давай тоже устроим общий могильник. Все сюда, все сюда. Общий могильник здесь. Подождите, еще один клиент идет. Давайте, не стесняйтесь, мне нужно еще зарядку сделать. Да ну. Куда ты побежал? Как
Какой ты такой четкий, молодец. Привет! Расширим зону могильника. Я все блутаю. Та-та-та. Слушай, это поход по магазинам какой-то. Это поход по магазинам. Так. Да я чего не... Кто там стреляет? Ага. Так. Слушай, я будто по магазинам. Просто хожу по магазинам и собираю хлам. Ага, они там наверху. Ну ладно, меня не мешает. О! Yeah. Эй, кто там? Кто следующий? Вылезайте! Прямо они рядом где-то, но я их не вижу. Вот тебе и ПНВ. Я тут хожу... Ага, вижу. Ну-ка. Вылезайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Черт, вы тоже что ли решили покидать? Ну ладно, мы у меня сразу большой запас, можно немножко и покидать. Так. Потом буду собирать, ведь бы здесь все полно. Кто тут лошара? Ага, вижу. Прошу гореть и жаловать. Ты. О. Кто там сдается? Кто тут сдается? Ну-ка покажись. Наверху, что ли? Вы где тут сдающиеся? Вы мне сразу покажитесь, я... Ага, вижу. Ну, привет. За культуру живи. Только не говорит, что он последний... Мне бесит, что они последние остаются все по одному. И никакого... Ой... Вот так вот включу-ка. Тут больше сразу никого не осталось. Так что давайте спокойно обходим. Облутаем мины. Кстати, я уверен, что это не были последние. Уверен, тут еще кто-нибудь да найдется. Так. Что там такое, я вообще не пойму. Это может вблизи надо? А то отсюда я плохо вижу. А, это железнодорожный поезд, что ли? Нет, давайте я это вот остановлю. Как это выключить? Да. Слишком много ТВ вредно для глаз. Это точно. Но заберем с собой, может пригодиться. Да, вредно для глаз. Это уже доказанный факт. Нет, ну реально, вот смотреть пропаганду, это реально вредно. Вот полноценно вредно. Я вот смотрю вот на парочку своих знакомых. Так вообще превращаются в таких вот злых дней. Вот чистокровных. О, вобла. Она еще жива? Ну, в том...
Оу-ля-ля. Информация. Прямо информация. Трэшмания. Трэшмания. А ну, Владивосток, рассказывай, что у тебя тут в 15-м году за трэшмания такая была. Любопытно. Так, ладно. Конечно, любопытство любопытством, но давайте сначала блутаемся. А то тут столько всего поналегло у меня. Прямо с каждого собрать-то нечего. О. Какие-то комплекты новые. Реально новенькие. Может, еще больше объемы. Так, вот этот. О, крыска. Крыска. Ладно. Так. Мне бы найти какую-нибудь записку. Так, крысочка бежит, крысочка бежит. Так. Ну, этого я блутал уже. Этого нет, вот этого не блутал. Так, ну тут, в принципе, я уже везде побыл. Тут только приоткроем и войдем. Давайте посмотрим, что тут у нас. Да. Походу, тут раньше был хороший кинотеатр, такой дом культуры. В принципе, это, конечно, хорошо. Иметь дом культуры и все такое. Я поддерживаю это. Ну, чую, они его не для культуры использовали, а просто, чтобы на картинке посмотреть. Реально, никаких записок, ничего? Ну, слушайте, народ, это нечестно. Может, хоть какую-нибудь мелодию оставили бы. Ну, а так-то, Сэму ведь скучно будет. Может, конечно, в операторке что-то осталось. Кто знает. Ладно, давайте здесь еще походим, посмотрим. О, нет, просто светило. Ой, да ладно тебе, Сэм, вздыхать. Видишь, что там еще все... Я так... распереживался. Ну-ка. А вот тут я лучше похожу вот с этой красавицей. Объясню почему. Я не хочу подорваться ни на чем. Так, это туалет. О, это наш друг, который я вырубил. Точнее, которого прибил. Можно было, конечно, его оглушить. Но зачем? Они тут, кстати, поставили мин на переходах. Так, я нашел капитана. Только Кэпка будет так стрелять. Я же говорю, капитан. Только давайте сначала местность обезопасим. Чую, здесь полно этих мин наваляли. Чую, одна здесь, прямо вот где-то под носом. F5-ка, ну-ка. Прямо смотрим в оба глаза. Ищем минус с башкой. Ну, с антенной имеется в виду. Ага. Вижу. Или это не она? Ты точно не поймешь. Нет, вроде не она. А где тогда мина? Я, знаете, наверное, я даже не буду лучше узнавать, где мина. Для собственной безопасности. Хотя, стоп, я хочу найти одну, посмотреть на одну вещь. Я хочу в нее выстрелить. Да, тупо. Но согласитесь, вам тоже же хочется узнать, чем все кончится. Вот и я там же. Идемте по-тихому, по-спокойному. Как только увидим мину, сразу говорите мне. Так. Ага, вот она.
Можно. Отлично, это самый лучший способ дезактивировать мину. Поверьте, никто вам такого способа больше не покажет. Ой. О! А сюда можно что-то, какую-то кассетку поставить? То есть, здесь есть кассета, которую я могу поставить, да? Может, здесь что-то есть? Давайте походим, посмотрим. Тут же не все просто так ведь, так ведь? Наверное, какой-нибудь сакральный смысл да есть во всем этом деле. Ладно, идемте наверх. Возьмем по-любому пленку. Уверен, что там можно пленку-то эту просмотреть. То есть я могу ее, наверное, взять оттуда. Ну, просто взять. А может, и не могу. Может, могу. Я не знаю, что я тут могу, а что не могу. О, ну, красота. Тут у них столько стекла, столько шума, столько всякого барахла. Хоть ходи, хоть шуми, никто не заметит даже, не среагирует. Ну-ка. А там свет горит. Походу, они запитали весь район. Электричество воруют у них. Ну, однозначно, вот говорю я вам. Либо вот у этих мародеров что-то добыло дополнительное. Знаете, почему говорю мародеры? Вот эта вот банда, которая вот с помощью ночного визора здесь все видела. Ну, уж слишком все четенько для них. Видите, окошечки всякие, переходики. Лестничные пролетики. О. О. Говорил, еще одну нотку нашли. Great find. Great find. Еще одна нотка. Бук Сони. Сони? Вы спятили? Я не хочу им петь дифирамбы. У меня так с ними из-за них вышел конфликт. В свое время. Было, было. Ладно. Наверное, это не только у меня, так? Прям, наверное, надо каждой пианине сыграть, да ведь? Great find. Great find. Полностью согласен. Тут сколько балалайк. Слушай, Сэм, может хоть на балалайке сыграешь? А то как-то, знаешь ли, неудобно. Балалайки, гитару возьми. Да ну не. А, уф. Народ, я сначала подумал, что это Куплинов Дмитрий. Подумал, что это Куплинов Дмитрий, но нет, это не он. Так. Ой, так. Идемте. Так. Ой. Что тут за шум такой? Я не знаю, то, может, вы не слышите, но я какой-то шум слышу. Ну ладно. Так, стоп. Значит, это отдельная комната. Хорошо. Так. О, посмотрите-ка, что я нашел. Кассеточка. Там внизу телек, давайте поставим. Нет, ну реально, что смотреть в кинотеатре, когда можно смотреть на телеке? Возьми что-нибудь одно. О! American
Interesting. О, какой, может, какое-нибудь достижение получим. Прям хочется узнать. Надеюсь, получим сейчас какую-нибудь... Полезная вещь. О, внизу был телевизор. Давайте, наверное, в нем посмотрим. Ну, реально, телевизор так проще, мне кажется, будет. Крыса пролетела. Именно пролетела. Я прямо ее сбил. Ну, так ей надо. Так. Этот не работает. Значит, на кинопроекторе. Ну а что остается? У нас есть кинопроектор. Вот на нем поставим. И они, у них такой богатый зал на все был. Посмотрите, что-то обучающее for a change. Киноман. Я киноман. Вот это да. Сан-Диего. Военно-морские порты, но и крупные научные, культурные и политические центры, сыгравшие историческую роль в развитии своих регионов. Оба города имеют огромное экономическое значение не только для своих стран, но и для Тихоокеанского региона в целом. В наше неспокойное время, когда реакционные силы мировой закулисы в который раз поднимают голову, мы должны приложить все силы к укреплению дружбы между Владивостоком и Сан-Диего. Мы верим, что дружеская поддержка и взаимопонимание обязательно придут на смену враждебности и недоверию в международных отношениях. И сотрудничество городов-побратимов, несомненно, является важной вехой на пути к этой цели. Дэд, я скоро вернусь. Подожди еще немного. Дэд, это не дед, это папа, имеется в виду. Ладно. У нас киноман. Кто бы мог подумать? У нас с вами достижение хорошее есть. Киноман. О, уже час с вами играем, час 7 минут. Думаю, надо заканчивать. Так, здесь я уже все пособирал, все понаходил. Здесь каких-нибудь записочек нет, записочек нету. Нотку одну нашли, пока ее не сыграли. Потом сыграем, когда, может быть, посидеть и отдохнуть в хорошем местечке. О, тут везде все пусто. Там капитан Нострадамус наш. К нему мы потом пойдем. Мы обследовали... Сегодня мы обследовали все три зоны, где мог жить капитан. Где мог жить капитан. Поэтому сейчас мы с вами передохнем. А завтра... Я не знаю. Я попробую включить стрим. Начать все-таки по метро. Попробую запустить стрим по метро, ребят. Я попробую. Не гарантирую, что он заработает. Если он не заработает. Если игра будет лагать. Потому что, смотрите. Я вот сейчас смотрю. У меня просто идет запись. Простая запись. У меня... 17-18 FPS. Я ничего не делаю, я стою. Ну, Сэм дышит, но это так себе. У меня уже даже 10 FPS опустилось. Он просто стоит, он ничего не делает. Но из-за того, что сейчас у него вот это, вот этот Петро, я не знаю, как будет, какие ресурсы будет и есть трансляция. Попробуем, я попробую запустить. Не гарантирую, что получится, но я попробую. Но так или иначе, ребят, я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Если да, лайк, комментарий, подписка на канал, а также подписка в группе Дискорде и ВКонтакте. Ссылочки найдете в описании к этому видео. Увидимся с вами уже на стриме по метро. И попытаемся спасти нашего горе-капитана. Что ж, ребят, всем хорошего вечера. Всем хорошего утра. Увидимся с вами вечером на канале Umbrella Tech Incorporated. До скорой встречи и пока-пока-пока. Еще увидимся. Хватит цепляться, еще рано. Все, сохранились. Все, увидимся. До вечера.